Сегодня, ребят, у меня лайтовая тренировка. Через 2 часа подходим в порт. Я выспался и хочется на самом деле тренироваться. Всегда отдыхайте перед тренировкой хорошо. Если не выспались, лучше идите спать, отдохните. Неважно, когда вы проснетесь, ночью или рано утром. Это самое лучшее время после отдыха. Организм максимально восстановлен и можете бомбить. Также я посвящаю это видео для тех, кто ленится. Заставляйте себя работать, ребята. Не копите жир, не смотрите видео, не завидуйте. Просто идите в зал, начинайте работать. Я не говорю, что железо, я против железа. Я за работу со своим весом. Занимайтесь боксом при возможности. Делайте вот подобные упражнения. Колесо, раскатываемся, да? Гантели, скакалка, бег. Все, больше ничего не нужно, еще груша. Еще добавить можно приседания на время. Вот, тогда у вас все получится. Результат будет по-любому. По крайней мере, тело придет в порядок. Мне, допустим, объемы не нужны уже давно, поэтому я выбрал именно вот такой вид тренировки. Бокс и работа именно со своим весом. Все, ребят, спасибо за внимание. Всем пока. Скоро увидимся.